Конкурсы молодежных проектов для Новоуральска – история не новая. Первые подобные конкурсы появились примерно 9 лет назад. Затем менялись названия, но суть оставалась одна. Молодежь оформляла свои идеи в проекты, защищала их перед компетентным жюри и получала финансирование на реализацию задумок. Последние несколько лет региональный бюджет оказывает поддержку муниципалитетам в этом вопросе. Совместное финансирование реализуется в рамках конкурса «Банк молодежных инициатив». В этом году он уже стартовал. Прием заявок продлится до 31 марта. Молодежь Новоуральска, призываю вас участвовать в данном конкурсе. Я уверен, что каждый из вас найдет то направление, в котором хочет поучаствовать. Вы получите не только финансовую поддержку в реализации своего проекта, но и поддержку в целом администрации, поддержки детских центров. Мы будем помогать вам, сопровождать вас на этапе реализации. Поэтому абсолютно не бойтесь, мы вас всегда поддержим. Главное, начните и заявляйтесь на конкурс. Участником может стать либо физическое лицо в возрасте от 14 до 35 лет, либо группа лиц, проектная команда, а также, чтобы возраст у них был в диапазоне 14-35 лет. Направления для проектов самые разные. Патриотическое воспитание, профессиональная ориентация, экология, медиатехнологии и другие. Практически каждую инициативу можно реализовать в рамках того или иного направления. В целом, в прошлом году у нас было всего 13 заявок, из них у нас было 8 проектов-победителей. Все проекты, безусловно, хороши, их нельзя между собой сравнить, какой лучше, какой хуже. Вот один такой, наверное, самых запоминающих таких вот милых проектов – это письмо маме, когда у нас дети, учащиеся школы и воспитанники детского юношецентра писали, поздравляли, подписывали открытки поздравительные для мам, после чего волонтеры города распространяли их на улицах города в преддверии Дня мамы. То есть это вот такой очень милый проект. Был проект, который направлен на экологическое направление, проект, который направлен на литературное направление. То есть у нас были проекты, в рамках которого надо было сочинять стихи о науке. То есть очень много хороших проектов, и они как бы мы старались их выбирать, чтобы были разные направления задействованы. Подробности и документы по конкурсу можно найти в группе «Молодой Новоуральск» в социальной сети ВКонтакте. Также получить консультацию можно лично, обратившись в Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам администрации округа по адресу улица Ленина, 12. Помните, что реализация инициатив зависит только от вас. Виктор Малышев, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.